Брянские динамовцы в рамках 11-го тура чемпионата страны по футболу в первом дивизионе на выезде держали уверенную победу над футбольным клубом «Луч энергии» из Владивостока. Начало разгрому приморцев положил Андрей Масловский на 38-й минуте. Во втором тайме точные удары Костина и Фомичева установили окончательный счет на табло. 3-0. Первая крупная победа «Динамо» в чемпионате.